сказал забрать тебя. Между прочим, я уже в отпуске. Давай, поехали. Ну что, едем? Вряд ли. Она главное оружие страны. Машина есть? Да. Она прошла лучшую подготовку. Переговоры провалились. Кто-то должен его похитить. Ух ты, все по-настоящему? О, да. Ей доверяли. Это задание как оплачиваемый отпуск. Дипломатические номера. Если что, поставишь их. Хочешь сделать из меня красотку? Именно так. Но почему они ее предали? Пол? Развод оформлен? Пол, это ты? Мэлори. Сделка в Барселоне сорвалась. Разрули все. Сейчас же говори, почему сдал меня. Или потом тебя уже ничто не спасет. Сейчас ты должен был рассказывать ее отцу, что его дочь хладнокровно убила человека. Будь осторожен. Я осторожен с тех пор, как ты родилась. Пригнись. Поиски истины. Мне начинать нервничать? Чуть позже. Что ты знаешь о ней? Она бывший морпех. Каждое ее действие обосновано и просчитано. Станут для нее самой опасной миссией. Она угроза для общества. Что ты наделал? Выполнял условия контракта. А ты не хочешь позвать кого-нибудь на помощь? Нокаут. Пошел вон. Во всех кинотеатрах.